Давайте вознесем молитву нашему Господу, приготовим свои сердца и в единстве Духом помолимся. Дорогой Отец Небесный Господь, мы благодарим Тебя за этот день. Мы говорим Тебе спасибо, Боже, за то, что Ты когда-то нашел нас в этом мире и дал эту честь, эту возможность, эту привилегию называться Твоими детьми. Не просто называться, но быть ими по сути, по своему существу. Славный Господь, мы благодарим Тебя за ту жертву, которая была принесена за каждого из нас, за ту драгоценную кровь, которая была пролита за нас. Славный Бог, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, сейчас это место, это время. Боже святый, пусть сегодняшнее служение будет благословлено Тобою, Боже, от первой до последней минуты. Дай нам, Господь, напитаться от Твоего источника жизни. Дай нам, Господь, прилепиться к Тебе, Господь, к источнику живой воды. Дай нам напиться, Боже. Абба, Отче, мы просим Тебя, пусть сегодня Твое Слово, Господь, проникает до самых глубин наших сердец. Пусть Твое Слово сегодня разрезает весь наш разум, Господь, чтобы вложить в нас, Господь, ту истину, те откровения, которые Ты приготовил сегодня для нас. Абба, Отче, вооружи нас, пожалуйста, на каждый день, дабы мы одерживали победу над этим миром в каждый момент времени вместе с Тобою и в Твою славу. Славный Бог, мы просим Тебя, прими, пожалуйста, сейчас нашу жертву, наше поклонение. Абба, Отче, только Ты достоин всей славы, чести и хвалы, Господь. Мы хотим прославить Тебя и воздать Тебе всю честь. Только Ты достоин, славный Бог. Ты наш Царь царей, и мы говорим Тебе, что мы любим Тебя. И не будет в наших сердцах другого Бога, кроме Тебя. Только Ты наш живой Господь. Мы молимся с любовью и благодарностью во имя Господа нашего Иисуса Христа. И народ Божий скажет аминь. Воздайте славу Господу. Только Ты, Господь, достоин. Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Я открою сердце дверь, воспою Тебя теперь. Все во мне пускай поет, славу Богу воздает, славу Богу воздает. Над землею облака, как надо мной Твоя рука. Я с Тобою не боюсь, все смогу в Тебе, Иисус, все смогу в Тебе. Зайди на меня в своей любви, поклоняюсь пред Тобой, наполняй меня собой. Твоя рука, я с тобою не боюсь, все смогу в Тебе, Иисус, все смогу в Тебе, Иисус.
Аллилуйя. Мы сейчас споем один псалом. О, этот день, который я буду помнить всегда. И постарайтесь помнить, какой он этот день, когда Иисус родился в вашем сердце. Это день.
день, счастливый день, жизнь мою Бог изменил, о, это день, счастливый день, когда искупил меня, о, это день, счастливый день, жизнь мою Бог изменил, о, это день, счастливый день, когда искупил меня, о, это день, счастливый день, жизнь мою Бог изменил. Знаете, у меня этот день произошел не в моем родном городе. Я была на семинаре молодежном. И это произошло где-то около 12 часов ночи. У меня произошла личная встреча с Иисусом Христом. Я получила крещение Духом Святым. Я помню, я вышла на улицу. Был чистый снег, звезды. И мне кажется, я тогда впервые в жизни, ну, может быть, впервые за долгие годы увидела чистоту снега, увидела красоту звезд, и как чудно сотворил Бог этот мир. Аллилуйя. Юля, а ты родилась в семье верующих. У тебя какой этот день? Думаю, что этот день, когда я получила водное крещение в Израиле, в реке Иордан. Оксана, а у тебя? Я думаю, что я вообще не очень помню этот день, но я думаю, что вообще это случилось уже после того, как я перешагнула порог этой церкви. И в последние годы, может быть, я не совсем помню. Наверное, это было уже, когда я начала играть в прославлении, и на одном из прославлений я ощутила присутствие Духа Святого, и это уже было после водного крещения, и да. Аллилуйя. И ты поняла, что ты искуплена. Аминь. Слава Богу.
полетим вдвоем. Мы не умрем. Буду жить вечно и буду творить чудесные дела с Господом. Бог создал нас быть творцами на этой земле и вечности. Я не боюсь, мой Бог со мной.
ждет, когда мы приходим к Нему, когда мы обращаем к Нему наши сердца, наши руки. Твоя кровь, что скрипит.
Он ждет, когда мы примем решение следовать за Ним. И в жизни каждого верующего наступает этот момент, когда ты должен оставить все соблазны этого мира, когда ты должен оставить все, что держит тебя, все, что может быть прилеплено к тебе. И Бог говорит: оставь и следуй за Мной. Как Он сказал Своим ученикам: оставьте свои сети и следуйте за Мной. Как Он сказал Матфею: оставь свое мытарство и следуй за Мной. И сегодня Он тебе говорит: оставь все, попрощайся со всем, что мешает следовать за Мной. И следуй за мной, ты нужен мне. Бог тебе говорит сегодня: я хочу использовать тебя каждый день. Я хочу быть с тобой, я хочу пребывать с тобой, я хочу проводить время с тобой. Ты дорог мне, я люблю тебя, ты нужен мне, я нуждаюсь в тебе. Я хочу, чтобы ты с раннего утра искал меня. Я хочу, чтобы ты, засыпая, вспоминал обо мне. Я хочу, чтобы ты в течение дня являл меня, являл мою славу, являл мой покой, мое присутствие в этом мире. Я так хочу проводить с тобой время. Присаживайтесь, пожалуйста. Остановитесь, детвора. Дети, а вы вообще хотите получить благословение? А то, может, вы выходите, а и не хотите, чтобы мы вас благословляли подневольно? Или хотите? Благословение хотите получить? Хотите? Ага. Вот. Для того, чтобы получать благословение, надо... Что надо делать? Надо самим благословлять. Поэтому сегодня у нас так получилось, что именно сегодня у Сабиночки наш день рождения. И вот я хотел бы, чтобы мы ее так поздравили. Я хотел бы, Сабин, можно тебя попросить вот сюда встать, вот на эту ступенечку? Так, и кого мы повзрослее кого-нибудь возьмем? Так, Минджушка, Алексей, давай тоже возложите руки. И давайте мы... О, все хотят, ага. Все хотят тебя благословить. И мы сегодня Сабину благословляем. Давайте мы прострем наши руки. Аллилуйя, Отец, благослови, Господь, это благословенное дитя, это драгоценный сосуд. Да будет он у Тебя в чести, Господь, Отче. Аллилуйя, Отец, Асана, Господь, Отец. Просто, Господь, возьми ее, Господь, Отче. Используй, Господь, примени ее для своей славы, для своей полноты, Господь, Отче. Пусть всегда на ней почивает Твой Дух Святой, Господь, Отец, Асана. И да исполнена она свое предназначение на земле, Господь, славить Тебя, Господь, поклоняться Тебе и быть благословением у Тебя, Господь, Отче, для многих народов. Хвала Тебе, благослови, Господь, Отче, аллилуйя, Отец, ее разум, ее сердце, Господь, ее душу, Господь, чтобы она всегда была благословением, Господь, Отец. Благословена Тобой, Отец Асана, слава Тебе, мы ее благословляем, мы благословляем наших детей, потому что, Господь, именно в этот момент, когда они благословляют, они уже
получают благословение, это благословение проходит через них. И мы благодарим Тебя за то, что они уже учатся благословлять, Господь, Отче, и получать Твои благословения. Тебе за все. Слава, честь и хвала, благослови сегодняшнюю воскресную школу, благослови руководителя. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, и народ Божий скажет аминь. Проходите, детки. Слава Богу.